что, ребят, всем привет. Питерский москвич из Ярославля продолжает вещать свою незамысловатую историю. На сей раз иду с работы в сторону дома, вдоль Невы. Сзади мост Александра Невского, спереди Большой Охтинский. А я иду. Конечно, блядь, одет не для прогулок. Пиджак и мокасины. Явно не та одежда. Но тем не менее, хуй бы с ним. Где наша не пропадала. Вот, настроение какое-то говенное. Если вчера все было пиздато, ну почти все, за редким, маленьким, одним, очень маленьким исключением, то сегодня прям какой-то пиздец. Апатия, депрессия. На работе сидел, блядь, ждал, когда же эта работа закончится, чтобы пойти пешком. Вот. Ну а, блядь, пешие прогулки, сами знаете, лучшее лекарство от всяких таких подобных невзгод. Также длительное время, находясь на дне, я уже обрел достаточно большой опыт, что делать в таких ситуациях. В таких ситуациях нужно делать то, к чему душа лежит. Вот, но только не бухать. Это все хуйня. Ввиду этого записался на прыжок с 88, мать их, метров. Стар с занкой. Охренеть, вот там выхвачу так выхвачу. Не катапульта какая-то сраная. Ну а что еще? На регби. Пригласили меня на регби, подогнали билетики. Поедем ручкаться с Охлобыстиным. Тоже заебись. На шашлыки пригласили. В ближайшие выходные, да и в следующие. Короче, тоже так ничего. Вот, в общем, жизнь идет, но что-то как-то не сегодня. Что еще можно сказать? Сосед мой, драгоценный, блядь, угонщик, ебаный в рот, повез сегодня ремонтировать тачку. И повез ее не в автосервис, блядь, он ее повез в город Валдай, блядь, за 400 ебаных километров отсюда. Потому что там это сделать дешевле. Надеюсь, не уебется куда-нибудь по дороге. Очень на это надеюсь. Вот. Такие пироги. Что еще такого интересного сказать? Не знаю даже, что сказать. Сейчас, наверное, возьму бутылочку винишка, чтобы шлось мне поинтересней. А идти мне между делом 21 километр еще. Понаслаждаюсь красотами Питера. Подбухну немножко. Короче, заебись. Настраиваю себя на позитив. Вот, такие пироги. Так что давайте. Всем привет, не расслабляйтесь, не грустите. Все у всех будет хорошо. И помните, все происходит так, как должно происходить. Давайте, пока-пока.